Элегантные куклы, оригинальные фоторамки, копилки, посуда из серебра, фарфора и стекла. Массивные скульптуры в виде знаков зодиака, птиц и зверей. Это и многое другое есть в новом магазине «Подаркин дом». Здесь каждый найдет что-то для себя. Лично мне понравились вот эти вот важные особы. В нашем магазине «Подаркин дом» представлен широкий ассортимент товара. Из мрамора, фарфора, кожаные изделия. А еще изделия из дерева и пластика, оригинальные настенные часы в виде лампочки или с объемным изображением циферблата украсят интерьер вашей гостиной. Посуда из хрусталя подойдет к любому праздничному столу. К предстоящему празднику 23 февраля мы предлагаем нашим мужчинам подарки. Сувениры, зажигалки, пепельницы и многое другое. В свою очередь, мужчины здесь могут выбрать изысканные подарки для своих любимых к 8 марта. Необычные вазы для цветов и фруктов, декоративные шкатулки, картины, оригинальные решения для интерьера. Магазин очень уютный. Очень я вижу красивые товары, вещи. Я думаю, что вот к юбилеям, к любым праздникам, к свадьбам можно, любой найдет здесь себе подарок. Я думаю, что этот магазин достаточно нужен был в этом городе, чтобы можно было в нем найти действительно хорошие, красивые вещи. Мне безумно понравились пуфики и бегемоты. Я, наверное, себе такой приобрету один. Ценители японской кухни не пройдут мимо наборов для суши, а небольшие чайники помогут создать атмосферу таинства китайского чаепития. Магазин «Подаркин дом» расположен во втором микрорайоне рядом со зданием Думи, бывший магазин «Купец». Часы работы с 10 утра до 9 часов вечера, понедельник, выходной день. Евгений Петров, Александр Анфимов, новости Губкинского.